Так, ну что? За обуви сначала. Да. Номер раз. Задача номер раз. Так это женская. Ой. 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 И всего 10 евро. Она такая удобная. Это вообще по 13, но это уже... В смысле, по 13 лево, но это уже модели, конечно, не такие. А, нет, тоже ничего, мягкие, удобные. Распродажа. Кожаные. €10 получается. Это, конечно, китайское производство. Мужское. Мужское всегда дороже. Так, это 36 лева, 38. Такое уже ближе к осени. Вот эти вот интересненькие. Нет, бегать специально. Тяжелые? Нет, легкие. Ой, какая прелесть. Сколько стоит? 50 лева. Цвет сколько? 50. 25 евро. Зато чувствуется, что это что-то приличное. А, это он прям еще с продуктами. Так, это где-то 22 евро. Примерно. Это еще больших размеров. Тяжеловато. На мой взгляд. Не вот эти. Хорошо, хорошо. Легкие, по-моему. Да, легкие. Вот эти мне нравятся. Нет, синенькие. Вот они такие. А. Видишь, цвет он такой темно-синий и носок очень интересно. И выглядит хорошо. И наоборот, они, по-моему, чем-то пропитаны. Но, ну, специально так сделано. Ну, давай, мери. Ты смотрится. Да, смотрится очень хорошо. Ну, сейчас. Удобно. Сейчас посмотрим. О, удобно. Ну-ка, боком повернись. Так. О, по-моему, смотрится прекрасно. Смотрится не очень хорошо. Так, а ноги как, удобно? Ноги удобно, да.
Ну вот как раз сейчас в Москву приедешь, и сентябрь. Ходи в сентябре, надо брать. Пошли хорошие скидки на летнюю обувь. И вот это вот любая пара, так, анатомическая обувь, 11 лев, около 400 рублей получается. И вот это мне нравится. Ну что, каждый день-то бегать по варне. Ищи давай, 37-й. 39-й, так, вот 37-й. Вот это, да. Да, смотри. Да, вот ну, это. Точно пара. Да, да. Давай. Так, ну все. О, как раз. Как удобно. Смотрится, по-моему, очень неплохо. Каждый со своей покупочкой. Довольные и счастливые.